Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Объемы строительства частного жилья в регионе в мае этого года выросли почти на треть. Как сообщает Кировстат, в общей сложности возведено 14 тысяч квадратных метров, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Статистика по жилищному строительству за первые 5 месяцев этого года менее оптимистична. С января по май в сегменте индивидуального домостроения сдано в эксплуатацию 52 тысячи квадратов. В сравнении с 2016 годом падение составило 14,5%. Всего за январь-май этого года в Кировской области введено в эксплуатацию почти 134 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Это на 2,5% меньше показателей прошлого года, отмечает «Бизнес-новости» в Кирове. Дайджест недвижимости. Чуть менее 50 квадратных метров составляет средняя площадь одной квартиры в Кировской области. Большинство кировчан проживают в двушках. Их доля в жилищном фонде почти 38%, сообщает «Девятка.ру». Еще около трети кировчан владеют однокомнатными квартирами. Трехкомнатные квартиры составляют порядка четверти жилфонда региона. В среднем на одного жителя области по итогам 2016 года приходится 25,5 квадратных метров общей площади. В сельской местности этот показатель составляет чуть более 30 квадратов, в городской – 24 квадратных метра на человека. Дайджест недвижимости. Объемы выдачи ипотеки в России выросли на треть. В мае 2017 года россияне оформили жилищных займов на общую сумму 140 миллиардов рублей, что на 35% превышает результат за май прошлого года. Это рекордный показатель выдачи кредитов на приобретение жилья за всю историю существования отечественного рынка ипотеки, говорится в сообщении на сайте Агентства ипотечного жилищного кредитования. Объем заимствований за 5 месяцев года составил 610 миллиардов рублей, на 11% больше, чем годом ранее. Эксперты связывают тенденцию со значительным снижением ставок по ипотечным кредитам и улучшением экономической ситуации. Напомню, по данным АИЖК, с начала 2017 года средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в стране снизились на 1,5 процентных пункта. По прогнозам, в этом году россияне оформят более 1 миллиона ипотечных кредитов на 1,8 триллиона рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.